На этих кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как у кассы магазина на Касимовском шоссе незнакомец вырывает у пенсионерки из рук кошелек и скрывается. Этот инцидент произошел в конце прошлого года. Добычей злоумышленника стали кошелек и более 600 рублей в нем. Женщина обратилась в полицию. Позднее произошло уличное ограбление 71-летней рязанки. Неизвестно выхватил у нее сумку, где лежали 2000 рублей, и убежал. Уже в 2021 году в полицию обратилась 46-летняя рязанка, которая напугала незнакомца, пытавшегося отобрать у нее сумку в подъезде дома на улице Новоселов. Женщина закричала, и нападавший скрылся. Все это время продолжались активные поиски злоумышленника, который явно имел криминальный опыт и принимал меры, чтобы скрыть свою внешность. Оперативникам управления уголовного розыска УД России по Рязанской области совместно с коллегами из Октябрьского района города Рязани удалось установить, что к преступлениям причастен 33-летний житель региона. Ранее он был судим за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков. И недавно освободился из мест лишения свободы. Полицейские установили адрес, где скрывался злоумышленник, и задержали его. Выяснилось, что мужчина причастен еще к одному хищению на улице Великанова. Он отобрал у пенсионерки сумку с 13 тысячами рублей. Рецидивист тратил похищенные деньги на наркотики. В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по части 1 и части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж», по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Подозреваемого взяли под стражу. Олеся Котровская, телекомпания «Город».